Есть в ассортименте Hitachi и такая вещь, как рубанок, на котором используются твердосплавные ножи. Соответственно, есть регулировка заглубления. Регулируется это следующим образом, просто поворотом рукояти. И здесь есть необходимая шкала, по которой вы можете понять, насколько вам опустить нож или поднять. В зависимости от этого, вы сколько снимете материала. От 0,5 до там, 2, до, бывает и до 3 мм. Также они есть разных модификаций. Данный рубанок имеет ширину строгания 82 мм. Есть также в ассортименте рубанки, которые имеют ширину строгания 110. Работать им достаточно просто. Применяется данная машина для зачистки древесных поверхностей, в частности, полов, крыш, чердаков, потолков и так далее и тому подобное, для того, чтобы выровнять обрабатываемую поверхность. На каждом инструменте есть предохранительный стопор, то есть, не нажав его, вы не включите машину. Это специально сделано с точки зрения техники безопасности. Соответственно, нажимаете фиксатор, он нажимается, как правило, большим пальцем руки, которую держит рубанок. После этого нажимаете гашетку. Данный рубанок, который представлен у меня, модель P20SA2, производится он в Японии. Имеет действительно достаточно очень высокое качество, предназначен для профессионального использования. Обратите внимание, разницу между необработанной поверхностью и поверхностью обработанной рубанкой.